Исполняющий обязанности главы государства Бадра Гунба поручил руководителям районов обеспечить бесперебойное функционирование местных органов самоуправления и организации жизнеобеспечения. Главы районов и городов сообщили, что все работают в штатном режиме. Все структурные подразделения работают в штатном режиме. Все служащие администрации города Сухум, также все находятся на рабочих местах, выполняют поставленные задачи. Все школы, детские сады обеспечены всем необходимым. В принципе, сам аппарат администрации работает как положено, своевременно, значит, принимает необходимые заявления, просьбы и так далее. То есть оказываем услуги, в принципе, в штатном режиме. Администрация работает в штатном режиме, как и было, текущие работы проводятся, никаких задержек в учреждениях или в хозяйственных частях нет. В районе тихо, спокойно, все главы работают, в селах, поселках занимаются своей работой, своими обязанностями. В селах все главы на своих местах, горслужбы работают нормально. Была проблема у нас с больницей, ну, с поставками горючего. Ну, вчера, слава богу, районное собрание провело сессию, там ввели какие-то изменения в бюджет, то есть все будет в рабочем порядке сделано. Исполняющий обязанности президента отметил необходимость усиления работы по собираемости задолженности за электроэнергию. Простая ситуация у нас с энергетикой. Мы изыскали средства на неделю, оплатили переток, но сложности все еще остаются. Пользуясь случаем, благодарю администрацию Кагарского района и администрацию города Сухум, которые помогли нам в том числе с вопросами по изысканию средств за оплату перетока. Нам нужно будет провести разъяснительную работу среди населения. Я знаю, что эта работа не за вами, это работа за Черноморэнерго и ее структурными подразделениями, но все-таки вы, как руководители на местах, должны будете провести эту работу. Учитывая текущую ситуацию, для нас важно, чтобы население не осталось без электроэнергии. В этом смысле надо будет усилить нашу работу. Что касается выплат по заработной плате, выплат социальных пособий районных, я так полагаю, что никаких проблем нет. Все обязательства районных руководителей администрации выполнены. В связи со сложившейся политической ситуацией в стране Бадра Гунба призвал всех глав районов не поддаваться на возможные провокации и добросовестно выполнять свои функциональные обязанности. Алика Трапшу, Руслан Квициня, Абхазское телевидение.